Друзья, привет всем! Вы на канале «Делай то, делай это». С вами Ким. И сегодня мы поговорим о приливе и отливе, который идет в течение недели ивент. Он меняется регулярно, каждую неделю. Ну, сегодня нам повезло поговорить именно об этом ивенте. Давайте зайдем, посмотрим, что нас ждет. Открываем вкладку, значит, сильнейший район. Она у нас находится здесь, как мы знаем. В центр событий, сильнейший район. Эти вкладки. Тропики также. И мы видим с вами ивент «Прилив и отлив». Заходим на него. Что мы здесь видим? То, что есть 4 вкладки сверху. Они расписаны как «Сбор раковин», «Тайный пляж», «Король скоробей» и «Перевозка раковины». Мы должны в этом ивенте получить раковины. Их можно получить в «Дикой охоте», обломки раковины. В день их можно получить 80 штук. При сборе ресурсов, при трате алмазов и при применении ускорений. Давайте зайдем в «Тайный пляж». Мы увидим здесь 5 дней идет ивент. Значит, в каждой вкладке по дням расписано задание, что нужно посетить ежедневно 5 дней подряд для того, чтобы получить дополнительные ракушки. Мы, значит, заходим 5 дней подряд, получаем вот эти ракушки, выполняя задание. Их надо собрать 80 штук по заданиям. Смотрите, я открываю ракушки, и мы видим в наградах, что нам дают дополнительные обломки раковин. И так по каждому заданию. Смотрим на вкладку «Охота на стыдливого краба». Мы здесь уже поохотились на него, немножко попроходили задание. То есть у меня уже 20 из 20, значит, выходов на краба уже есть. Также есть вкладка по сбору ресурсов. Нужно собрать с карты по 500 тысяч ресурсов. Значит, каждого вида. Это мясо, листва, песок и грунт. У меня эти все задания уже выполнены. Я могу спокойно собрать награды, получить обломки раковин. И потом их мы с вами используем. Сейчас идет на данный... Вот видите, загорелась ракушечка дополнительная. Мы ее открываем с вами и получаем плюс еще обломки раковин и также дополнительные ресурсы. Сегодня второй день уже, как я занимаюсь прохождением данного ивента. Во втором дне мы видим, что во вкладке «Время онлайн» нужно быть в игре... 800 минут, я так полагаю, что это в минутах. Значит, получаем. Дальше, трата бриллиантов. Когда вы выполняете различные ивенты, ну, волей-неволей вам все равно приходится что-то докупать за бриллианты. Поэтому этот ивент легко выполняется. Здесь нужно максимум потратить 16 тысяч бриллиантов, как мы видим по последней награде вот здесь. Давайте их соберем тоже. Собираем, получаем различные награды. Вот у нас уже вторая ракушка засветилась. Мы можем собрать ее, получив также дополнительные награды. Во втором дне ускорение построек. Также мы видим, что тут просят нас по заданиям потратить ускорение строительства на 100 минут. И до 900 минут получите максимальные награды. Вот мы можем увидеть, что максимальные награды, вот они, снизу. Тут даже есть оранжевое яйцо, которое можно вылупить. Давайте соберем эти награды тоже. Получается, что у нас уже собрано какое-то количество ракушек. Мы заходим вот в эту вкладку. Перевозка раковины. Нам надо ее собрать.
мы видим, что у нас уже накопилось 674 осколка ракушек. Нажимая на эту кнопку, наши муравьи начинают выбегать и по чуть-чуть оттаскивать от этой ракушки. Можно нажать, удерживать эту клавишу, и они будут максимально быстро выбегать и ее разбирать. Как только левел проходит, вот шкала вверху слева, видите, заполняется, доходит до нужного значения, у вас открываются с левой стороны награды, и так, которые можно собрать также. И левел ракушки растет, там нужно с каждым левелом все больше и больше раковин собирать. Максимальный левел, как мы видим, это 20-й уровень, за который можно получить дополнительную награду в виде облика. Мы ее сейчас рассмотрим после того, как соберем все ракушки. Видите, у нас уже пошел 5-й левел. Здесь также можно наблюдать продвинутые призы. Продвинутые призы покупаются за отдельную плату. Вот видите, в правом верхнем углу светятся улучшенные награды. Если мы на нее нажмем, то увидим, что это награда за деньги. 1790 рублей в данном случае. И вы получаете при открытии ракушек, также при левелах, с правой стороны продвинутые награды. Как мы еще можем получить осколки ракушек? Это охотясь на короля скарабея. Он выставляется на поле после того, как вы убиваете 20 животных на карте. Вам дается сундуки, которые вы вскрываете, и после того, как вы вскрыли, там выпадает какое-то количество данных карт для того, чтобы вы расфиксировали короля скарабея на карте. И с помощью рейда со своими соклановцами вы можете произвести на него атаку. За атаку даются дополнительные награды. Так, вот мы собрали максимальное количество, что у нас было. Это сразу получили 10-й левел. Давайте мы соберем все эти ракушки, награды. Видите, дают универсальный фрагмент облика фиолетовый, который также очень важный, останки животных, которые помогают нам в эволюции. Полосатая раковина также добавляется на карту, она дает бонусы. Мутированные споры очень важны для усовершенствования ваших спецмуравьев. Также кристаллы мы видим, мутированные споры, останки животных. Очень важные награды. Также универсальный спор можно потратить, купив, обменять их на какой-то облик фиолетовый. Давайте выйдем, посмотрим облики. Вот смотрите, так, я собрал сейчас какую-то часть обликов. И вот видите, у меня вот здесь, в нижней левой части, 99 собрано универсальных обликов. И давайте сейчас мы обменяем еще один. И мы получаем, давайте используем. Так, вот он показал нам, что наш облик готов. 100 из 100 доступен, да. Активируем этот облик. Мы его активировали. Он дает, давайте посмотрим, что он дает. Он дает быстрое производство грунта плюс 0,5%. Это очень хорошо. Ну, мы пользуемся обликом «Сонливый сурок». Он нам дает тоже очень хорошие награды. Плюс 20% к скорости сбора ресурсов, охоте. Защищает ресурсы полмиллиона, плюс дальше 10% строительства. Такой облик дается за прохождение ивента «День сурка». Но о нем мы поговорим позже. Так, вот нам в наградах дали полосатая раковина, которую можно разместить где-нибудь. Давайте мы вот здесь разместим для красоты. Вот таким образом. Раз раковина, два раковина и, к примеру, три раковина. Вот три ракушки мы разместили. Каждый из них тоже дает дополнительные награды. Бонус производства грунта также, но только 0,02% прибавляет к общему значению. Это тоже хорошо, потому что чем больше вы добыли ресурсов, этот коэффициент у вас плюсуется в процентном соотношении. Давайте перейдем на карту. Так, давайте еще раз проверим
что нам необходимо: прилив-отлив. Мы зайдем на вкладку «Король скоробей». Мы видим, что попытки для наград у меня сейчас 0 возможностей. Вот здесь они. Когда мы нажмем на «Перейти» или «Использовать приманку», он выдает нам возможность атаковать какое-то животное для того, чтобы получить приманку на краба. Приманка на краба, когда вы запускаете, вот мы ее видим. Вот он, краб. Он атакуется с помощью рейда. Сюда можно послать свой отряд любой. У меня пишет, что лимит рейдов на сегодня достиг предела. Но я могу продолжить, но не получу за это никакие награды. Поэтому я отменяю. И мы продолжим охотиться на краба в дальнейшие дни, чтобы пройти данный ивент. Собираем мы ракушки. Таким образом вы выполните все задания и соберете все 20 левелов, откроете из ракушек, из обломков. С вами был Ким на канале «Делай то, делай это». Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!